А это Шамама Гасанова, дважды герой социалистического труда, руководитель одного из самых передовых колхозов республики. Как депутат Верховного Совета СССР, она участвует в решении больших государственных задач. Могла ли Гасанова в прошлом дочь бедняка Чебана предугадать свою судьбу? Ее опытом дорожат сельскохозяйственные академии республики. А сегодня Гасанова приглашена на заседание в Академии наук Азербайджана. О жизни наших женщин поведала в Индии и Индонезии министр иностранных дел республики Таирова. Она входила в состав делегации во главе с товарищем Хрущевым. Поэтесса Дильбази. Был Москва, сана Джанустан, и нашли башидан дослуг саламы. О, жажда свидания, ты так велика. На север наш поезд стремится к Москве. Я издали чувствую ласку ее. На север лечу я, как птица к Москве. Москва, Ленин принесли свободу и счастье нашим женщинам, нашим детям.